Мы сейчас убьем, нахуй, вся проблема прошлого раза в Гавайи была, нахуй. Давайте. А у кого-то я можешь сам достать. Понял, ты Элдрин танчит, да? Да. Слов. Кто первый будет таунтить большого? Пать, паладины, не забывайте сальвы кидать, нахуй. Окей, как обычно, арстайл стоит и морально, у вас все получается нормально. Угу. Так, на ранжу выходит у нас три... Во-первых, киньте дискорд, ДК, или кинули уже? Киньте ДК, но. Во-первых, типа, на ранжу выходит у нас три эрдру. Я выхожу, пук дракона выходит, это 5. Ты вой выходишь, это 6. И квазивер, ты же демон, и ты выходишь на ранжу. Вот 7 человек, убили первого, мы выходим на ранжу, становимся, набираем рейндж 6 от большого. Вот. Думаешь, 8? Давай еще, кто нас еще меньше всех дает? Ну давай ты квин еще тоже, выходи на ранжу. Вот 8 человек, которые назначены. Еще раз повторяю, 3 ардру, ДЦ, Квин, Кук и Дивойд. Все остальные, кто кого не назначили, все стоят в миле, нахуй, в метке. На ласт-фазе, нахуй, повторяю, когда кончается метка, чтобы вам не анонсили, сразу все РТД выбегаете, набираете рейндж 6, нахуй, от босса. То, как кончилась метка. После первого килла Элдер, Арстайл и Гладомир уже там сами скопируетесь, даете массакр по очереди. Тогда я думаю, ты Слав поанонсишь. После того, как умрет Арстайл, как он себе повысит урон. Нам должно 3 массакра хватить с головой его допиздить. Прям допиздить? Прям допиздить. Хорошо. Ну и Маш, Митин, чем он там пиздит? Магия какая? Вот мне бы сейчас сюда 4-4, да? Да нет, его 23 человека здесь. Мне написал 218 Fire Mag, брать? Потом его кикнуть. Спроси, сколько у него крита. Бля, ну ты лучше, чем, бля, 25 тел. Бля, хотя. Удачнее, чем 24 тела. Если у него крита меньше, чем у Аверна, значит, нахуй, не бери его. Угу. 218 у него крит будет примерно 25. Откуда ты такие цифры берешь, прикинь? Что-то интересно, но... У меня вообще сроду нахуй не было, в 208 даже столько не было, это мало очень. Ну, может, 25 без бафа, но мне это было. Конечно, анбафом все, анбафом считаете. Типа саппорты будем раздавать? Нет, мы особенные. Ласки пропели. Только дайте роги напулить, не плевайте сразу все, то я знаю, что вы ёбари нахуй. Кого нахуй? Мне две придется в маленького кинуть нахуй, а третья КД, бля, понял. Тебя... Вот-вот. Все от роги тоги зависит.
Космополита Жейнер закинь мне. По ДЦ. Молодец. Вот, я как позарись. Ну, мама проехался. Кого назначили, вышли с района. Поставь большого перед лицом этого. Да, вот так вот. Все, большого ставим на рынже. Руна смерти. Капай ДПС. Капай ты стопай ДПС, занимайся. Сам хотел. Хорошо, Геру. Хорошо, тебе слава, да? Выведи, выведи из руны, выведи из руны, вперед. Морай, следи за этим дебафом, когда кончится. 7 секунд, пора. Забирай, забирай, забирай. Хорошо. Петь. Пальву мне дайте. Пальву по морали сразу отдайте все. Сальву дайте. Сдавайте уже. Массакр сдавайте. Отойдите от морали, отойдите, друиды. Быстрее отойдите. Потамте, потамте. Там нет мутанте. О-о-о-о, с первого трая навсегда. Кого не убили, из Гавайи нахуй. Гавайи нужен, ебать. Хорошо, ребят. Молодцы, ребят. Треснете. А я там кинжальчик Роги упал. Роги упал, ебать, пухало. Треснете, блин. Камень души, спасибо, пацаны. Да, это похоже. Ай, пиздец, ебал. Почему дебаф в третий я словил? Потому что Арстелла, я так понял, не резнули, да? Ну, ему не... Ну, да. Это кинжал вообще Роги нужен? Пойдем, они носят его? Блядь, это хуйня, Роги. А чё, пошлите через ТП, нахуй нам вот это убивать сейчас. Да не особо говорит. Время, блядь, куда... Кто нам убивать? Всё, нахуй, тишься, веди. Пошёл. Ну, только ту, скорее всего, больше. Ой, медведя.
Ну, это медведи больше. Что? Ясно. Мысли, блядь. Чё, попутал, что ли? Лайк, ну. Пойдем нахуй за на улицу. Ну все, нахуй. Я сейчас приду, нахуй, выходи, на покурим по базаре. С десятки. Какой вам это нахуй не нужно? С таким... Он очень дорогой просто. Чтоб за него. В смысле, бля, робот кинжал, что пушка, на? Он комбат. А это кинжал для мотика. А, да? А чё? Не похуй вообще. М-ку будем, да, дядя? Бля, нечаянно, ты что-то вообще не выводишь, смотри. Бля, я предлагаю, может, нечаянно того спекнуть. Ну, на 4К дал. Блядь. Там... Да, у Пука нет спека, у него медведь. Ну ладно, хоть будет городок, хоть что-то будет. Походкам, тем более на арене, вообще будет нормально, типа. Ну что, мы будем ХМ потеть? Ну, в походках, нахуй, на сову. Время есть еще. Через на собрание, вот не грех, его вот убили. С первого трая, бля. Я говорю, вся, бля, проблема была. Больше, блядь, стояли, нахуй. Давай, да. Больше в рейд не берем, нахуй. Слав, извини, мне жена порнуху не разрешает смотреть. Призбов. Ну да, это понятно. Кто там? Кто понял? Вот смотрит, расставить место, как в прошлый раз бегал, расставлял Тинлаву с радаром и. А зачем его контролировать? Стой. Подожди. Не, просто пусть все выйдут, ебать, они же не загорятся, нет? Все, понял? Я иду. А напомни еще раз, кто в коридор бежит. О, братан бегает в круглых, блядь, смотри.
Я могу. Давай я пропишу. Капитан, бля, Саша, ну что ты дрыхнешь, блядь? Бля, спал, блядь, я его сразу нажал. Там кац в 2 секунды, блядь, пьяный. Очки босса надо будет держать, да, с Элдрином? Ты, по-моему, ты золочку как Рю поставил? Поставил в центр, или не надо в центр? Или босс должен в центре стоять? Я просто вообще... Так тогда это от босса надо или нет? Или от нашей точки надо? Все, понял. Блять, ну вот иди нахуй, вот ровно прям идеально почти, не? Хвост, сука, дальше, сейчас подожди, во, во, с хвостом. Во. Блять, а ты у меня почему-то все равно красный. Бля, уйди этот нахуй, Саш. Я сейчас уведу маба, только не бей, не бейте его. Все, ну нахуй, чтобы я тебя больше не видел здесь, хорошо? Зачем моб? Это 25-е тело наше. Ну, правильно, красавчик. Я знаю, я знаю. Не, наверное, может чуть-чуть подальше рейнджера ставить, как, по-моему, слишком близко, нет? Там же должны же, там должны еще милики стоять. Сначала типа мили поставь метки, это же мили метки. Теперь в ромб. Ну. Ебать, Саша, опять ты слакаешь, ебаные ногти на. Бля, этого Сашу. Встаньте кто-нибудь в луну ровненько. О, нихуя вас. Все, Аверн красавчик стрелял. Да пашется, бля. У меня да, у меня нормально. Их сразу шотнет, как правило. Это надо будет вот так вот отбегать, как нам Саша в прошлый раз объяснял, и маленько. У всех же, надеюсь, рейндж включен. Че тут, блядь, вот до сюда побежал и пошел в сторону, нахуй. Смотрите, все. Отбегаете, блядь, с метки, кто стоит, назад, блядь, и вправо, или влево, смотря какая колонна. Не, блядь, в сторону, влево, в другую метку, где люди стоят, а назад и вправо, по стеночке. Вот так вот. Отбежали так, и так же вернулись, да. И все, и точно так же вот вернулись вот обратно, нахуй.
Смотри, рог. Не будет. У нас всего 5 меток для РДД, правильно? Лодомир должен в мире ставить, по идее. Потом будет хилить. Да, да, будем. Будешь ты контролировать. Так, пусть Лодомир станет в череп. Поставьте шкаф, присмотрю. Сразу встаньте себе по своим местам, чтобы вы запомнили метки. Он ДК кушать не может, говорит. Почему он слушать не может? Такого же быть не может. А я где что-то проебал? Слава. Я не знаю, как все стоят, нахуй, но для меня, блядь, со всех сторон красные все, нахуй. Я тоже достаю с печеньки. Мы стоим прям на кругу, кто-то, блядь, близко стоит, очень. Так, у нас, блядь, не знаю, ДК, ты слышишь? Питик, блядь, что там у тебя? А, ну точно, ёпти. Как он не может слышать, не понимаю, что это за бред какой-то вообще. Без прав слышать не может. Питик. Ты, Рога, ты здесь слышишь нас? А, да. Походу я Рогу не слышу. Че, реально, блядь, такие права есть, что, блядь, нельзя слышать? Слышу, слышу. Всех слышит. Рога-то слышал. Может, с Питиком что не так? Так, а где я стою? Я не понял, я слышу еще раз. Стене поставь, пусть у стены стоит там где-нибудь. Ну у нас звездочки же два танка стоят, пусть там стоит. Метка какая?
Ебать, у Дринея, смотрите, на. Ой, у Таурена Дринейский хвост вырос, нахуй. Я ебу. По идее, они же могут блинками выпрыгнуть. Вон драфа нафиг. Но не именно в череп, просто там, да, после стены стоите и, блядь, бегаете от, от меня. Терияки или квази? Мак. Ну, ставьте все по меткам, что, блядь, не... Ну, да, фкшит, похоже, эти. Квазивер демон. Пусть он бегает. Он же демон, нахуй стоит. Портал ставишь, бля, в одной стороне, а сам бежишь в другую. Если на тебя лужа кидается, просто в портал улетаешь и все. Вот Асмодей стоит, чё он? Ладно, все. Ты тоже там типа демон в стороне берешь моба, ебать? Или ты себя поставил метку? В квадрате же стою я, Илдамир и Пук, нет? Ой, и этот, и... Я ж квадратики. Сейчас попробуем, если будет пизда по урону, все сопроты выпьем. Давай, я пойду еще. Еще один нюанс. У нас то первый босса поле столовка, правильно? Не-не-не, первый полулитендер. Получается, пусть столовка возле
стены спорит босса, а Телдрис его перегонит, чтобы босс стал ровно. Телдрис на бутсе, нитро бутсе есть. Но. Да. Дайте ребаф, пожалуйста. Приста, баф. Все остальное. Сейчас. Андрюха, мораль. Алло, здорово. Он все прослушал, нахуй. А он писал, о чём говорил? Ну, похуй вообще. Хочешь на арене. А кто у нас на арене идет? Какой пати? М? Ой, в... кто у нас в этот идет? Нормально. О, хорош. Да. Че, я отпускаю его? Идете? Давайте. Плавки все выпиваете? 14 человек без лоса. Хуя кольцо мне падает. Какой безлута, Слава, здравствуй. Да, как пуги, нахуй. Хватите за то, что посмели вмешаться. А я не умею, ну. Это было в горах. Бежим, заливаем этого оранжевого. Тори, мой повелитель, зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Оранжевого убили, дальше побежали. Федора встанет с левой стороны, с правой. Перешли. Понял, нахуй. Я уже разъебывать начал. Рожим вот или дальше бежим. Ну зачем вы откидываете? Да это, блядь, дед нахуй. Заебал, блядь. Символ вот поставь. Нет. Ты знаешь, что у него метка потом пропадет, когда он из контроля выйдет? А вон тебя. Ой-ой-ой. Агро. Где кокосик, блядь? Костя, походу, не помню, что он в комнату бежит. Ну ладно, справляемся. Щит снимите. Да мы справляемся, мы справляемся. Бля, дед, ты задрачиваешь, что ли? Мы справляемся в порядке, все пусть стоит там.
40 секунд. 40 секунд, да. Подожди. Элдерин Танч Тагрид, да? Пометом, что-то... Может, трожды бить надо? Конечно, надо. Рога что с нами стоял? Рога Тога? Отбегаем на четвертом стаке. Забирай. От Ротреда уже отбегайте. Ты нечайно. Чекон говоришь. Нечаянно пука поедет. Бля, подожди меня. Даунт когда? За разрядами спорим. Забери. А моба надо спить, да. Бэр, раздавайте. От ряда ушли. Посыпались там. Ведь. Разрядка стоит, лок. Лок тут стоит. Вот, сейчас ебанет разряд лок. Что пьяный, что вы разряд не видите или что? Стали вроде нормально. Там половина от разряда померло просто. А ты мне истерию давал? Столовка. Че? Мне истерию давал? Да. Блядь, можно лепать, это, блядь, не игра. Это просто пошли. Так, у нас первый умер Рогатога. Умер от чего? Смотрим. Можно лепать, это, блядь. Игра, это просто пошли нахуй. Время – деньги, друг. Приходи. Хер знает, можешь сопрот еще родом пропить, они тонкие, пиздец. Я не видел, честно. И после половины хп массакр раздавать уже, значит, на пятом-шестом стаке уже потихонечку, по очереди. Райд просел, массакру. Надо тряпку, подожди, тряпку ХП. Я не могу банк поставить, кстати, банк. Тряпки, кожи, вот им 100% надо всем. Сопротов у нас...
Сапрот и обмен хау кидаете. Кому нужны тряпки, все пьет сапрот. И рог. Да. Чурок, правда, 19к, я охуею. Не, ну до 7 лямов опустили его. Давайте обмен хау кидайте. Слушай, мы не дохнем там вообще. Может, мы на все-таки раздадим? Вроде все неплохо было поначалу. Поставьте, пожалуйста. А, мобал били еще, бы. Кидайте мобу, который в контроле. Так же, как сейчас были, так же идем. Как Осик, остаешься здесь, раз, блядь. Все, давайте, давайте. Ну еще можно там протопал, чтобы бафнул щиток всем. А, вижу. Да. Кому дать СС? Славик. А, не держи, тебе крик. Да. Мы под стенкой стоим, брат, там вообще изи стоят, типа. Мы просто портапим. Близзард проходит. Ой, аут, дал. Космополит и пук. После, ну, секунд 30 после полубосса меня сразу один раскидывает и без команды. Потому что манна отлетает просто только в путь. Я нон-стоп кидаю. Забрали, убили среднего. Опасно, слили его. Слева. О, справа. Убежали налево. Пошли дальше. Опять справа, так же бежим. Опять справа. Пошли дальше. По стороны пришли. Хорошо. Я. Куда? А, мы коему-то заявили, ребят. Все, падайте. Бьем. Объем у нас, блядь, вон трэш стоит. Да похуй. Он ж потом прибежит, нет? Да не знаю, да. Просто бей. Откроется вообще дверь? Бейте, чё там. Не, ему спит.
Там два моба встают на бах. Напрягитесь, может, успеть. Ебать, цель танка убейте уже, вы что, гоните, что ли? Дайте БР поставить. Все, пойдемте наверх уже. Прислужник убить. 19 минут. Бля, сдамажьте пробудителя, он отхиливается. Живите, живите, мне кажется, все. Тогда команда, кому поверить? Там ты его завоевать. Убили моба? Ну, да. Кэнмон БР оставил. Мобов слили. Это невозможно. Торим, не сомневайся. Твоих врагов ждет ледяная смерть. Ты в следующий раз, когда моба это будешь, отводи его, когда контроль пересбрасываешь. Ну, Геру может. Гер дайте. На черепах поставим. Вот, и сложила. Пачку кружка сложила просто. Чем я сложил? Значит, кто-то не в рейнже стоял бы. Точно. Кто-то нас сложил. Да, по нам цепуха прошла. Ну, с другой, с коридора пришли еще. Пушки убьем, да? 8 тысяч. Кто-то стоял не в рейнже. Ну, точно не ромбик. Да, печенька просто ага. Взяла и упала всей пачкой. Тысяч, это 28 тысяч, это 4 человека получили. Вы тоже смотрите, напишите раз 12, блядь, посмотрите, кто у вас там, блядь, ну, не в РНЖ, и сами подвиньте. Смотрите, по Ауди зашло аж 26 тысяч. Ну, у вас не в РНЖ, вот дополнительное тело появилось. Там молния пролетела. А, да? Ну вот. И шотнуло. Ну, нюанс-то должно было шотнуть последнего. Вас убил разряд молнии, а не цепная молния. Соответственно, зарядилась вышка, нахуй. Цепная. И... Нас убила цепная. Цепная. Я вот открыл информацию о смерти, цепная молния, 26700. Значит, это уже багнулся, потому что должно было убить одного или двух, по крайней мере, но не всех. О, сложил за себя печенька. Роберт и Ауга. А, вот это Ауга сейчас говорит, что 26700 прилетело. Ну, как оно должно было последнему убить, шотнуть, а не первых двоих еще. А Бау, ты же в танке стоишь? В танках? Правильно все? Значит, туда... Как он хил, когда у челла пролетает 28 тысяч ваншот? Да. Ну, а цепная не дамажит по 20 тысяч, нахуй, в троих. Тот
кто-то стоял не раньше. Не знаю, вот тот, я в печеньке стоял, мне все нормально было, кринжевать. Все, блядь, рейндж 12 пропишите, блядь, и посмотрите, что вас с вами стояло 3 человека в рейндже. В красный, как бы, да, там что, залп 12 косарей сбил. Потом 26 цепуха. Все, шот. Давайте быстрый ребаф и гол, блядь, дальше. То, чтобы долго не стоять. Да, блядь, просто... Уйди с рыбы, пожалуйста. Просто встаньте, блядь, нормально и бейте. Все, ничего здесь больше не нужно. Ты весь босс. Просто встать, нахуй, в рейндже. Посмотреть, блядь, все у вас рейнджи, или не все. Я отбежать нахуй от ебаного разряда. Все. Все остальное мы прохилим. Только сделать вот эти два, блядь, элементарных правила. Кстати. Кого? Ну тогда, блядь, вставая с контролем ламбом в квадрате, блядь, а пук пусть бегает. Там бегать ничего сложного. Это рандом. Он может везде пройти. Если будет разряд с большим баф, эти зубы кину, короче, не ссы. Стой в квадрате и контроль моба. Так у тебя же моба убили, нет? Моба убили. Ты смотри сам за его хп, я вновь, естественно, умираю. У тебя... Да, у него лоу хп в контроле, ты скажешь, чтобы подхитлил. Да зачем? Просто в середине боя возьми завоеватель, не в начале. Его нужно брать сразу, как он выходит. Факт, что он раз выйдет потом. Еще нюанс, я буду смотреть, пока в комнате, блядь, Телдера не заберет большого, никто по нему ДПС не дает, чтобы не было, как сейчас, блядь, он побежал, нахуй заведился. Телдера забрал, блядь, большого, все, влили в урон. А не так, нахуй. Он еще его не спулил, вы уже мы что-то там кастуете. Давайте не обострёмся, пацаны, это будет красивая победа. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. У нас урона в комнате хватает, не спешите, блядь, мы все нормально успеваем. Это было в горах. У нас 40 секунд в запасе. Что это? Где я? Торим, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить! Налево перешли. Че дальше? Обратно пришли. Все, пошли. Ну не откидывай, ты задолбал уже, это уже не смешно. Все в комнату забегайте. А тебя же дед просит, не откидывай. Ну неужели, блядь, так сложно не нажимать эту кнопку? Ну, регенит. А символ поставь, все. Тихо, тихо, тихо. Бля, сейчас он просто ауесте сложит. Оп, все, да. А убирай его лучше, а то его нахуй сметут сейчас. 200к убивать, бля, я не понял. Все, пошли наверх. Уже сейчас квадрат остановись и с квадрата контроль. Мы бежим.
Терять. Ну, блин, не дот его сразу, дай последний запулят. Али, пометка. По пути босс нормально. Забирай. Рога, ты слишком подходишь близко. Дальше ренжа набери, этот пух. Рога тоже который? Ну, Анна, пух, короче. Забирай. Кит, есть тай? Разряд крест. Пошли. Уже надо пора. Уже от разряда убегать. Раздай БР, почему? Как будет нет смысла вставки? Луны. Хорошо. Да нет у меня вставки, значит. Луны опять. Забирай. Потихонечку уже массакры можете отдавать. Первого Амира дал. Квадратов шли. Дай зубы этому войду. Я столовки дам. Забирай. Обнови. Масса его еще дать каким-нибудь? Мы добьем его. Квадраты ушли. Миша, меня держи. Бля, двоих ебануло. А вы не ушли от отряда? Танки должны прожиматься на разряд. На 10-м БР его. А по БР мне солодку нет? Не уходите с меток. Бля, ты что так долго вставал-то? Пиздец. Тебя же Бернер, что так долго вставал в столовку? Да убьем сейчас. Лям 500. Его сейчас убивали, его. Вы что, рофлите, блядь? Просто надо было танку. Что случилось? Там двоих танка разрядом в пизданово просто ваншот. А, да? Ясен. На танков нужно сокру хотя бы, либо их не прожимки отдавать. Они не могут двигаться. А нет, там даже не разрядом убило, ебать. Там цепная молния 53 тысячи. Цепная 32 бахнула. А как так? Целую вообще 51 пизданула. Ну вот по нему по второму, наверное, и пизданула. Блядь, как ну сейчас убивали же, ебаный стыд. Да, да убьем сейчас. Обычно так бывает, когда, блядь, тормали трачи, все по пизде пойдет. Так. Посола Сакре, значит, надо будет тогда, нахуй. Да. Ну, Арстайл тогда, Ладомир, наготове будьте.
И по танкам, дайте столовки тоже. Я давайте. Тогда, короче, держите меня, самое главное, с Егором, там до скольки, до двух, до трех лямов, и он их ХП без прожимок, потом начинаем свои отдавать как-то. Или до пяти хотя бы, нахуй. А там уже по сокре начнем гонять. Да успею затрясаться. Ну, одного три. У нас у двоих есть БР еще. Коще БР есть. Пу. Пу, у Космопай. И у Су. Козе. Стоп. У космолета КД. Саша, тебе зубы приходилось отдавать в этот раз? Я тебе кидал как-то 10% стол. Значит, блядь, ты вдвоем рез. А, он, наверное, Маша столовку рез. Да, он столовку рез. Ты же вдвоем рез. По танкам раздайте. Вы, наверное, ребят, на самом деле еще рано массакры отдаете, не? Ну, вначале они нахуй не нужны до половины хп босса, типа. 40%, я на 40% кого сдавать. Ну. Давайте, да. Давай, я начинаю прожимки отдавать, когда пиздец хп уже начинается, нахуй. Ну, вообще вижу, что не хилит, нахуй, просто. Посмотрите.